Выход из зимы, из режима самоизоляции, я верю, все равно он произойдет, он вносит существенные коррективы в наш внешний облик. Малоподвижный образ жизни, стрессы, как без них, и как следствие этих стрессов, заедание этих стрессов. Домашний режим не способствует уходу за собой. А, обычно и так нормально, да? Тушь у меня в косметичке высохла. Духи стоят нераспечатанные с 8 марта. В общем, я предлагаю все начать обновляться, начать перезагрузку. И именно эту перезагрузку я предлагаю начать сегодня. Общая перезагрузка для выхода из зимнего меню и зашлаковки. Если вы не начали принимать программу «Изменись за 28 дней», программу «Детокс», которую на прошлом вебинаре рассказывала Александра Чиркина, предлагаю самый ленивый вариант. Это API Драже, API Элиты по акции. Смотрим. Сегодня с 1 по 30 июня при покупке двух API Драже, API Элиты минус 15%. Ну вот на моей памяти таких акций не проводилось. И я не помню о том, чтобы мы могли именно в сезон, именно в самый разгар, тогда, когда очень нужно и необходимо нам быть красивыми, летящими, искрящимися, быть просто зажигающими, быть активными, потому что за нами тянутся все остальные дистрибьюторы. Именно в этот период как раз-таки компания делает нам такие замечательные подарки. Поэтому для идеальной тебя, еще раз, при покупке набора из двух штук драже API Элита по 180 грамм, минус 15% скидки. И я еще раз попрошу Наталью Селиверстову, из Сыктывкара, из замечательного уголка, который мы так очень любим и так часто там бываем, рассказать и посмотреть, а как же она, сколько я уже ее лет знаю, она продолжает выглядеть именно так, когда-то мы с ней познакомились. Вот такой же красивой, такой же молодой, такой же озорной, в общем, такой же сексуальной и привлекательной. Наташа, расскажи, поделись. Я вам быстренько покажу, что у меня есть в шкафчике с продукцией Тинториум. А вот и мой шкафчик. Смотрите, апицампы все какие только есть. На завтрак, вместо ужина иногда. Добавляю в любую другую еду. Маточное молочко в горьком шоколаде для молодости. Прополисы всевозможные. Тинториум крем от 100 проблем. Формулара, апиток, медовая композиция. Короче, экстрабифунгин, IPV, все у меня есть, API красота для молодости. Так что вот по поводу, использую ли я продукцию, сколько я ее использую. Я ее использую уже более 20 лет, каждый день, вот в таком количестве. Вот именно так я хочу, чтобы у каждого нашего дистрибьютора, у каждого нашего клиента был такой волшебный шкафчик, который вы могли открыть, и на любые случаи всегда у вас имелся под рукой жизненно необходимый, вкусный и полезный продукт. Ну а на сегодня у нас самая приятная новость. Я хочу анонсировать врачебно-дистрибьюторскую конференцию, которая пройдет у нас в три сессии. Первая сессия назначена 23 июня. Вторая сессия, как вы видите на экране, 23 июля. Вот они показывают нам. И третья сессия 3 августа, это будет 14 августа в день Медового Спаса. Только практикующие врачи, только элитные спикеры, которые будут рассказывать о пользе продуктов Тинториум. Это будет живой диалог. Это будет возможность задать вопросы врачам в режиме реального времени, и они вам обязательно будут отвечать. Приглашайте своих друзей, приглашайте своих клиентов, приглашайте дистрибьюторов и всем, кому неравнодушно свое здоровье.
А на сегодня все приятные новости у нас закончены. Большое спасибо вам за то, что вы были такими активными и так поддерживали меня и наших клиентов в чате. Люблю, целую, нескучного вам лета и оставайтесь активными. Будьте зажигалками. Давайте сделаем это лето действительно по-настоящему жарким. Пока-пока!